Добрейшего дня, дорогие товарищи. Сегодня мы будем отправляться вниз. Куда-нибудь там. Садим момент, посмотрим. Какой-то хайсек карго крейт. Какие-то биомассы. Неважные призонер. В общем, поехали. 500 метров вниз. В целом все оставим так, как есть, как было в предыдущей миссии. Биотрекер и три пушки. Классика жанра. Так, ну что ж, поехали. Надеюсь, это будет быстро. Да. Знакомые, знакомые, незнакомые. Интересно, как оно тут здесь представлялось вообще. Просто нахрен пробили все эти этажи. Лично какой-то ключик прямо сейчас дали. Зона 131. А, у нас тут компьютер есть. Хорошо, что ли? Интересно, интересно. Пока ни хрена не понятно. Пам-пам-пам. Бейсет только 226. Так. Кори. Бейсет. Карго. Окей, если так. Есть? Что-то нашли? Зона 20. Окей, 15, 302. Это что-то. Ни хрена не понятно, но очень интересно. Трэвел.
И глянем, что у нас тут. Фонарик, отлично. Отлично, но там хреновик. Дверь закрыта. Ты такой туманный. Ну, Батьки не лезть. А, внизу там сидит. Блядь, сидит, квакает на меня. Надо разобраться. Прям целый твой квакает. Мы откуда пришли? Мы отсюда пришли, правильно? Нет, мы с другого конца пришли. Давай навесить. Дефакт. Артефактом. Так, компьютер, да? Там надо было найти, блин, бесить. 625, root power. Окей. Ну, попробую, что ли. Так. Давайте посмотрим, что в логах есть. А в логах ничего нет. Ленивая миссия. Так.
Ешки. Давайте начнем. Посмотрим, что я чувствую, что тут какая-нибудь хрень начнется. Какая-нибудь хрень начнется. Мы и не готовы. Хрень. Она понаставит всякой штуки. Чё, чё это за звук такой? А? А? Сантриган. Дауда, ты сегодня счастливчик. Блин, охренеть. Так. Так. Угу. Интересно, все ничего интересного, только утонувшие в текстурах артефакты. Так. Так, 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 так. Так, так, так. Ну что, ну получается нужно на другую сторону. Или сюда, что это такое? Дверь заблокирована. Ну давайте рев. Где я в этом монстре нашел? Давайте. Reload power. Окей. Ой, ядрит, смотри, что это за кишки? Давай, беги, беги сюда. Ну, ты где? Где? Как тебя Барсик зовут, да? Завершим сейчас экспедицию. Sleepers, don't make a sound.
все. Пипец. Что это за... Блять. Нет. Окейушки. Ну, ключик. Ключик — это хорошо. Ключик — это хорошо. Здесь должно быть тихо все. Может, в конце концов все зачистили. Вот какой-то компьютер. Нахрен он нужен? Непонятно. Мало ли. Дохлые какие-то, непонятно. И непонятно. Причем довольно успешно. Даже никто особо так и не пострадал. Так, компьютер, компьютер, компьютер. Что у нас за зона, кстати говоря? Это зона 132. 132, да. Там компьютер, здесь компьютер. Надо, наверное, ставить, но потом. Забавный барсик. Как его барсик называют, да? Пипец. Подождите-ка, я же должен был снять. О, нахрен с вами. Типа, хе-хе. Главную цель Орион Сектора.
Главное, непонятно, что это такое. Ладно, давайте зачистим сектор, а там уже разберемся. Не трогайте, не трогайте. Что ли? В 20-м секторе, да? Да-да. О, патрон. Пока нельзя трогать. Я все проверил, все зачистил, лишних нету. Да я знаю, не бесите, не бесите. Интерхия. Тим-пам-пам-пам. Тем-парим-пам-пам. Заходи, заходи, не бойся, не бойтесь. Мудила, вот мудила. Через стенку. Молодец. Softly, softly. Ядрит, ядрит. Честное слово, я не знаю, кто ты. Sentry gun here. I will do it. Sentry here. I'll do it. Yo, stop.
pick up your deployables. I do it. Sentry gun here. Yes. Поэтому у тебя геотрекер, сентриган, сентриган. Снайперская турель, отлично, все. Заходим внутрь, и снимаем. Застрял, я так понимаю. Бедный дек. Еще можно дать хакет. Хакет. Нельзя дать. Ну, у вас не знаю.
Кошься. Да, может, свет не был хорош. О. Это интересно. Дрит Мадрид. Зону 18 зону. Спасибо. Кстати, тоже полезная штука. Так. Смотрели Сантриган.
Стратегически вокруг этой ямы можно пробежаться. Где? Я вот, например, сюда смотрю. Don't. Вот, есть, палки есть. Давай. Терминал. Можно не 15, да? Sony 20. Или... Это решило все проблемы. Птичка. Птичка, это хорошо. Это у остальных. У остальных вообще все прекрасно. И один такой лошар. Бишоп, что там бишоп? Ладно.
Прикольно, нашли что-то. Давно такой херни не видел. Ну, это приятно. О, еще один. Еще один антипод. И патроны. Ауда. Хакет, хакет опять. Хакет. Бишоп. Девятнадцать, двадцать и прочее. Да, this door, this door. What's wrong with this picture? Take. Так, мы отсюда приперлись. Здесь у нас какой-то паноптикум. Чикана, решена, собрана. Майски. Да фигня, блин. Нам нужно сюда. Нам нужно сюда, 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 вот сюда вот. Бля, еще блю. Где я терминал? Группе мира внизу находился, прям обычно. Или наоборот, наверху. Наверху находился, да. Квери. Окей, подожди. К один, и он находится. Квери. Конечно, зона 18. Конечно. Что там еще может? Зона 17, нет, не интересно. Вот это вот зона, да? Ты открываешь, а там она хуяки. Блин. Че туда по-другому не попасть? Через верх можно. Или нет, или как? Блин, а? Какой-то паноптикум. Вот он. Мы идем наверх. Смотрим на эту сторону. А, тут нельзя. Это даже обидно. Окейшки. О, артефактик нашли. Мелочь, приятно. Ну, идем мы в правильном направлении. Так, вот это вот
Что-то тут неправильное направление. Что-то тут не то, да. Подозреваю, что нужно спуститься, а потом подняться. Как обычно. Я через жопу. И такую-то мать. Да. Один антидым у нас есть. Так, мне кажется, что... Don't shit it, but we got a few. Да, мы знаем, что да, он. Ты не волнуйся. Чтобы я такой жестокий, но патронов нет. Ничего не должно быть. Теоретически. Отлично. Так, теперь дальше на кого там еще нужно? Дауда. Ничего нет. Вот так вот.
Так. Пустота, пустота, это хорошо. Пойдем через боковую дверь. Нехер ходить через главную. Scanner's got something. Я понимаю, что такое. Просто поздний час, я начинаю уже волноваться. Поздний час, половина первого. Тыщи над землей. Интересного. Оно где-то будет вот таким вот, наверное. Мне так кажется. Какая-то. Все-таки понимаю, что карту, чтобы получить этот самый. Терминал.
Прикинь, я уже видел. Красивый терминал-то. Что не сможет быть? Sleepers. Вот тут целое подземное помещение прям. Да. Thank you. 28, 31. Да, шум. Шу-шу-шу-шу-шу-шу. Да, вижу. Вообще ни хрена не вижу, но очень интересно. Так, это вот мы отсюда вышли. И... Здесь вот дверка. То самое помещение, да. Тут просто наверху все происходит, да? Ничего более. Внезапный артефакт. Угу. Ну пойдемте. Пойдемте, пойдемте. Пацанчики, на к
картах настоящие, да? О, там еще парочка. А еще больше, даже. Дилемма. Дауду подлечил. Ладно, Дауду у нас битый. Я битый. И ты тоже битый. Понятно. Не пройти надо. Я пропустил.
Понял. Что-то интересное есть. Проверили, пошли дальше. Да, какиешки. Интересно, что там, конечно. В подвале, хотя. Получается вниз и вниз. Отсюда нахер. Зачистил.
происходит. Артефакт. Всем день.
Pick up your deployables. Yes. Pick up your deployables. I do it. Давно случается и не случается. На все хорошее есть звезда. Птичка. Не, нихуя. Нихуя не птичка. Пойдем, умрем достойно. Эге. Sentry here. I will do it. Скорее всего, в туман будут пихать нас. Thank you.
Gotcha. Pick up your deployables. I will do it. Pick up your deployables. I do it. Интересная. Earth, don't make a sound. Don't wake them. Что там нужно найти? High Security Cargo? Не он ли? Нет, не он. Жаль. Не оно ли, не оно ли. Не оно ли. Да, сейчас пропингуем. Да надо. Сочек. Может. Рунная аптечка какая-нибудь. У-у-у. Аптечка это прекрасно. И патроны это тоже прекрасно. Три. Thank you.
Но у меня этот дым еще две штучки осталось, я, наверное, с ним похожу. Где у нас терминал? Терминаль. Здесь. Или внизу. Фонарь. Это хорошо, конечно. Где этот терминал? Что я потерял? Интересно. А я что, не нажал? Нажал. А, блин, да. Интервью с заключенным 172. Заключенные, мы должны оценить каждого заключенного. Я не заключенный. Это еще предстоит подтвердить. Как вы оказались в Валенсии? Я застрял здесь, когда я Спарса захватил город. Посмотрите, я застрял здесь на 3 месяца. Вы понимаете, меня взяли в заложники. Здесь жертва. Вам нужно найти меня в Сантониум базе данных персонала. Мы искали вас. Нет никаких записей о том, что вы работали в офисе в Валенсии. Нет, это неправда. Вы сделали ошибку. У них нет сведений о том, что Фрэнк Бишоп когда-либо работал в Сантониум Strategic Investment Company. Я знаю, что происходит. Дженсен Дэвис сделал это со мной. Этот сукин сын посадил меня сюда. Мы поговорили с мистером Дэвисом. Он никогда не слышал о вас. Он посадил меня, чтобы я заткнулся. Зачем ему лгать? Потому что я знаю, что сделал Дрейфус. Что он сделал. Вакцинация RX-Zika. Да я знаю об этом. Долгосрочный эффект. Он думает, что сможет заставить меня замолчать. Это серьезное обвинение, мистер Бишоп. Чтобы он отправил вас в страну, находящуюся на грани гражданской войны, прекрасно зная, что любой иностранец в городе почти наверняка будет убит. Именно поэтому он поместил меня сюда. Но что я знаю, уничтожит его. Теперь меня не волнует, уничтожил ли он мои записи. Если вы найдете меня в посольстве или проверите мои документы на визу, вы увидите, что меня здесь быть не должно. Чтобы было ясно, мистер Бишоп, никаких записей о вас нет. Вообще никаких записей. В любом месте. Конечно, есть. У меня есть паспорт. Проверьте посольство. Фрэнка Бишопа нет. Он родился в Ламбете в 2001 году в семье Сэма и Иви Бишоп. Нет никаких сведений о том, что вы присоединились к SSIC в качестве стажера в 2017 году. Что это? Или что вы проработали на ней 10 лет, прежде чем попытались шантажировать своего босса конфиденциальной информацией, которую вы собрали из шпионского ПО, установленного на нескольких служебных ноутбуках. Значит, он тоже владеет тобой, не так ли? Нет никаких записей о том, что вас направили в Валенсию. Среди пропавших без вести или захваченных иностранных рабочих нет ни одного Фрэнка Бишопа. Когда я выйду отсюда, а я выйду отсюда, я заставлю тебя заплатить, ты меня слышишь?
Мистер Бишоп, вас не существует. Вы никогда этого не делали. Охранники, куда вы меня везете? Уберите от меня руки, вы отпустите меня, ублюдки! Это для Легиона. Что это такое? Отпустите меня! Нет! Вам нечего беспокоиться, мистер Бишоп. Ваше испытание скоро станет далеким воспоминанием. Интервью прекратилось в 21:00. Завершить запись. А вторая шифровка Херсея завершается. SIC as an intern in 2017. What is this? Or that you worked for them for 10 years before attempting to blackmail your boss with sensitive information you gathered from spyware installed on multiple executive laptops. So he owns you too, does he? There is no record of you being posted to Valencia, nor is there a Frank Bishop listing among the missing or captured foreign workers. I'll get out of here. And I will. Get out of here. I'm gonna make you pay. You hear me? Mr. Bishop, you don't exist. You never did. Guards! Where are you taking me? Get your hands off me! Hey, Dorothy, you bastard! This one's for the Legion. What is that? Let me go! No! You have nothing to worry about, Mr. Bishop. Your ordeal will be a distant memory soon enough. Interview stopped. 9:22 p.m. End recording. Done. Так. Ага. Ты не против, что если я это запишу? Почему, черт возьми, ты хочешь это сделать? Хорошо, я просто хочу убедиться, что у нас есть несколько записей об этом. Довольно необычная просьба. А, послушай, мы можем просто заняться документами или как? Еще несколько вопросов. Ты понимаешь, что значит вступить в Легион, не так ли? Я работаю на Ковача. Конечно, я знаю, что это значит. Думаешь, я стал бы подписывать документы, если бы не знал, что такое Легион? Я делаю выбор. Я хочу выбраться. И есть, черт побери, все, что я могу сделать, так что это мой выход. Пойдем. Тиран часто страдает от посттравматического стресса, когда возвращается из боя. Глядя на ваш файл, вы видели много действий. Возможно, вам нужен перерыв? Да неужели? И ты можешь дать мне этот перерыв, не так ли? Думаешь, что сможешь исправить меня? Это часть твоего обучения? Позволь мне сказать тебе кое-что о любви. Я делал вещи, которые заставят тебя обгадить свои маленькие подгузники. У тебя есть мои записи. Вы знаете о Дальбаране. Вы знаете, что я сделал. Так ты был расстроен тем, что провалил свою миссию?
и убил 23 невинных человека в той деревне. Единственная причина, по которой я не гнию в тюремной камере, состоит в том, что это вредно для гребаного бизнеса. Слушай, я знаю, что у меня ебанутая голова. Я хочу уйти, и Ковач ни за что не отпустит меня из-за того, что я сделал, и того, что я знаю об Андерсоне. Я больше не буду заниматься этим дерьмом. Я уже пытался отдать последние приказы себе и не смог нажать на курок. Так давай, давайте сделаем это. Может, тебе просто нужно ненадолго съездить домой, уйти от боя? Я вижу, что твой отец еще жив. Возможно, вы могли бы навестить его. Пойти домой ненадолго? Что, черт возьми, с тобой не так? Какой хрена ты просишь меня пойти к моему отцу, если ты понятия не имеешь, что он за человек, и что, черт возьми, я с ним сделаю, если когда-нибудь увижу его снова? Ваша задача — перетасовать документы и следить за тем, чтобы в ручках не закончились чернила. Держи свою гребаного переулка. Теперь где мы подписать, пока у меня не кончилось терпение? Голос один. Да, конечно, подписывайтесь на меня. Конец интервью. Блин, такой переводчик. Луми, подписывайтесь на меня. Ну да, подписывайтесь на меня. Да, подписки, шары, все дела, если вам нравится. Это у нас Хирсей. Бог сказал тебе убить тех людей? Нет, я имею в виду, тебе так легче понять, винить в этом Бога. Нет, я убил их. Я убил их. Почему? Они были злыми, коррумпированными. Они сбились с пути. Я навел порядок в их хаосе. Те морские пехотинцы в Ларнаке. Был ли это хаос? С нашей точки зрения, кажется, что хаос в этом мире принесли вы, а не ваши жертвы. Нет, я останавливал хаос. Мы в аду, брат. Здесь нет пострадавших. Нам всем указали путь и дали выбор. Они предпочли сбиться с пути. Они сделали свой выбор. Я выполнил свой долг. Я должен был сделать это. Это война? Эти морские пехотинцы были врагом? Да, или... Слушай, я знал каждого из них. Апостолы дьявола, человеку. Они праздновали его, радовались хаосу своих дел.
Я дал им последний шанс услышать слово перед их судом, но они предпочли остаться глухими. Над тобой смеялись? Они не искали прощения, вот что важно. Давайте поговорим о Турции. Ваша чудесная Эмилия, как ее называют, но это не было чудом, это было сообщение. Когда Эрзурум пал перед повстанцами, он пощадил меня. Когда я провел 26 дней в тылу врага, он повел меня. Когда я пересекал демилитаризованную зону под прицелом снайпера, он прикрывал меня. Когда я шел вслепую по минному полю, он дал мне свое зрение. Это сообщение. Это месседж. Это послание. Я услышал это громко и ясно, как он и хотел. Это было личное. Я должен выполнить свой долг, что я и сделал. Эта обязанность может же закончиться тем, что вы подойдете к стулу. К смертельной смертной казни. Вы не можете убить меня, это не входит в его планы. Мы пошлем тебя куда-нибудь за помощью. Мы отошлем тебя куда-нибудь, чтобы тебе помогли. Я знаю. Но это новая программа, разработана для таких же людей, как и ты, Вуд. Знаю, я знал себя раньше. Я иду туда, где он нуждается во мне. Я буду готов. Когда придет чума, я буду спасен и спасти льва, и он выведет нас из тьмы. Хотя меня может быть много, он один. Но мы увидим, не так ли? Я увижу, а ты умрешь. Окей.
То есть Бишоп это заключенный, которого стерли из реальности. Вудс это чувак с этим больным восприятием богом. Ну и последнее. Да. BGC. 1, 2, 3. Слухи включены. Я почти не сплю. Когда я это делаю, это беспокойно, бурно и всегда кошмарно. Моя безнадежность утомляет меня. Стыд поглощает часы моего бодрствования. Я больше не могу убеждать себя, что моя работа оправдана. Жизни, которые я пожертвовал ради идеи, которую давно забыли. Здесь мы все забываем. Маленькой милости я не заслужил. Мир должен знать о Сантониан, о проекте Insight. Страдания, которые мы причиняем этим существам, немыслимы. Кем бы они ни были, они уже существуют в вечных муках без нашего насилия над ними. Кто мы такие, чтобы отказывать в жизни любому существу, которое мы считаем менее человечным, чем наше варварское «я»? 11-я казнь. Ничто не избавит нас от нашей судьбы. Мы мертвы. Эта жалость к себе вызывает у меня отвращение. Мне нужно написать письмо. Я должен положить конец этому безумию. Слухи выключены. Что слухи выключены? Ладно, давайте послушаем оригинал. Интересно. Там было? Имя какое-то было? Нет, ничего нет. Это больше выглядит как хакет. Так, да. А лист. Да здесь что там нужно? Айсек Карго 226. Пинг. Айсек Карго. Где оно? I do not like to hear.
hear that. They sound angry. Не туда. Блять, я не понимаю. Да. Мы здесь, нам нужно зона 15. А вот тут еще. Сюда, ну. А, то есть, так, сюда. Понятно. Бля, вы заебали, да? Куда бы приправлюсь? А, вот отсюда. Какой-то веке. Блин, как нам пройти туда? Гребаным туманом. Нихуя не понятно. Я непонятно, нихуя. О. Так. Не совсем. На другую сторону. Слышь ты? О, хорошо.
Шикарно, шикарно, шикарно. Да. Бля. Ну что же, вот так вот оно все произошло. Вот такой вот замес. Там еще какая-то третья дверь оказалась, но на сегодня хватит. Да. Конечно же, включилась тревога, когда ты взял этот предмет. Как же иначе? По-другому же они не могут придумать и просто вернуться. Ладушки, все, всем спасибо. Лайки, подписки, шары и прочие штуки. И увидимся в этой или какой-нибудь другой игре. Все, всем спасибо. Обязательно подписывайтесь. Заходите в ссылки.